Александр Ковалдов много лет отдал медицине. Со школьной скамьи он мечтал стать доктором и помогать людям. Коренной саровчанин, закончил Ивановский медицинский институт и вернулся в родной город. В начале своего профессионального пути Александр Викторович работал травматологом в поликлиниках. Был врачом-дежурантом. С 2014 года занимает пост заведующего вторым хирургическим отделением. У нас появились большие возможности и помочь человеку, что касается и травматологии. То есть мы сейчас активно оперируем, и получается так, что пациент побыстрее возвращается к своей обычной жизни. То есть даем возможность быстрее активизироваться. Во второе хирургическое отделение обращаются и дети, и взрослые. Александр Викторович и его коллеги делают в год до 1000 операций. С 2012 года в отделении произошла существенная модернизация оборудования. Травматологи могут делать малоинвазивные операции, успешно справляются с тяжелыми случаями, в том числе и с переломами шейки бедра. Для пожилых эта травма очень серьезная. Тем не менее, наши врачи ставили на ноги 90 и 100-летних пациентов. У нас есть электронный преобразователь рентгеновский, который нам помогает в операционной контролировать все наши операция. Есть артроскопическая стойка, которая позволяет малоинвазивно лечить коленный сустав. Сам силовое оборудование. То есть у нас сейчас большие возможности. Мы выполняем ортопедические операции. Это эндопротезирование тазобедренного сустава. Вопреки распространенному мнению, для травматологов нет горячей поры. Травмы люди получают и зимой, подскальзываясь на скользких тротуарах, и летом. Нередки несчастные случаи на производстве и повреждения в ДТП. Александр Викторович отмечает, что за последние несколько лет выросло количество детских травм. Причем зачастую они очень серьезные. Связывает это с появлением новомодных детских развлечений. Круглые сутки врачи, медсестры и младший медицинский персонал борются за здоровье и благополучие каждого пациента. Свой профессиональный праздник специалисты встречают на работе. Всех поздравляю от души, желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.